Частный жилой сектор в новогодние праздники самый пожароопасный. 2/3 всех возгораний случились именно здесь. Особо отличились владельцы бань. 10 огневых точек в Клепиковском, Михайловском, Пронском, Ермишинском районах добавили пожарным головной боли. Хорошо обошлось без жертв. Кстати, с частными банями, по словам Александра Савукова, беда сейчас по всей России. Селектор с регионами это подтверждает. Рязань статистически не уступает. За новогодние праздники в банях произошло 10 пожаров. Это составляет 42%. Основной причиной возникновения пожаров в банях послужило неправильное устройство и неправильная эксплуатация печного оборудования. А вот с пиротехникой рязанцы обращались осторожно. Перестрелок во дворах многоэтажек не устраивали, прохожих не пугали. Разумно вели себя и на водоемах. Впереди крещение. Спасатели обещают подойти к нему во всеоружии. В преддверии крещенских купаний Главное управление МЧС России будет обеспечивать безопасность. В настоящий момент Главным управлением в адрес глав администрации муниципальных образований направлены письма по представлению сведений места для проведения купания. Главное управление соберет все эти сведения и все данные по местам и по количеству будут вывешены на сайте Главного управления МЧС России по Рязанской области. Наказы от главного спасателя Рязанской области стандартны. Своевременное техобслуживание нагревателей, соблюдение техники безопасности и контроль за перегревом. В общем, вы знаете. Только в свете наступающих холодов эти устные рекомендации в частном секторе должны стать письменными, а для кого-то и вовсе настольной книгой. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».